перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Если кот не верит, то теряйся, мусор. В твоем голосе был замечен ступа. Будешь тирать этот бутер таким, как ты ебанутый. Но ты все делает ступи. Еее, вора, всем салют. Прогнулся, как ты не мрак. Ты планка, раздубли. Ты не человек, а прокладка. Раз не даешь тех, кто с тобой тем, всем салют, йоу. Всем, кто не спит. Всем, кто не спит и нахуй не сидит, всем салют. Цвет хуй знает, бро, желтею. Bumblebee или Redo. Да абсолютно разные стили пацаны показывают, так что тяжело сказать. Оба импонируют. Рамирос тоже импонирует. Показать тебе факт, я могу показать, как твою маму сажают на кулак. А же губы это... Что? Базаришь. А! Киевстон опизнал, что ты мой фанат. Я знал, дядя, что ты мой фанат, ебать. Ну слушай, это реально здравый трек. Припев, дядя, блядь, то, что надо, то, что доктор прописал. Всю ночь фасовали, охуенно. Эндри Пит. Как тебе Мигас? Мигас, straight up Мигас. Ну такое, типа. Не задрачивай это дерьмо. Включи что-то другое. Ты. На репите просто. Конечно, с удовольствием послушаю Киевстонера, но на репите нет. С детства. Муляр. Всего самого старина. Когда фит с Эрнесто, блять, да вот как-то и до сих пор не сделали, и даже не знаю, когда это произойдет, если честно, Вась. Возможно, когда-то будет. Включи Неквана, пожалуйста. Спасибо. Что это за хуйня? Не подишь, сделал? Чувак, это straight up classic. Чувак, я веду трансляцию, когда бухаю, а веду трансляцию все время, и поэтому я все время бухаю. Все по красоте. Блять, выключи эту хуйню, пожалуйста. Да вырви просто звук. Пиздец. Страшные вещи, пацаны, происходят. Эфир с Киевстонером. Сделал себе еще потише. И что ты? What's up, man? What up, дядя? Дядя, слушай, у тебя лицо не влазит уже в объектив. Да, братан, ну кто на что учился, понял? Красиво. Что, да как там вообще? Да вообще заебись. Простыл немного, понял? Простыл.
Так лечишься. Лечусь, конечно, перцовочкой медовой лечусь. А я думал, не фильтрованный, понял. Ну не фильтрованный, это я уже, это для профилактики. Что ты, где ты вообще? Ну на Паскоте, в Одессе, бро. А мы в Киеве, но со мной Одесси. Салют, бро, салют. Я там был недавно. Я же на твоем концерте был возле парка Шевченко. Там, где вы делали движение с Даней. Бля, в этом, как он там? С Дистером вы возле парка Шевченко. Все, я понял, да. Это зашкварное было движение вообще в целом. Да, у меня в Киеве был концерт, я знал, 25 мая. Вот то была грусть, дядя. Что было? У меня 25 мая самый первый концерт был, а то была грусть. Да. А мы не ссорились, дядь, мы с тобой не ссорились, выкупаешь? Слушай, старина, ну я вот лично я с тобой вообще не ссорился. Я тем более, чтобы ты там не думал. А это ты что-то там немного, ну, говорил там всякую ебалу, но типа. Я ж упоминал твое имя, чтобы о тебе слышали, братан. За твое здоровье, да. Ну, взаимно, брат. Просто понял, слишком очень много знакомых, чтобы бифиться, понял? Да что нам бифить, если мы понимаем, что такое рэпать, правильно? Типа, что нам бифить? Ну я помню, я твою движуху понял, как ты меня на батл хотел катать. Ну было дело, что нет? Ну видишь, не повелся, так не повелся, ну ладно. Меня ж приглашали не раз, меня просто приглашали, типа, поучаствовать, понял? Так ты шаришь это... На самом деле, старина, началось все с того, что, типа, мне написали орги Версуса, что Киевстонер с кем-то хочет батлить, и они, типа, предложили меня, понял? Типа, такая хуйня. Я им, дядя, сразу сказал, что ты земель, а нельзя, понял? Я понял. Ну, понял. Ну, и плюс, дядя, ну, ты слишком жесткий, понял, братан? Буду тебе откровенно. Ну, дядя, ну, я бы реально, я бы ебал без вазелина, ну, ты ж понимаешь. Верю. Верю. Я просто, ну, я никогда не пробовал батлиться, но, типа, чувствую, что к этому что-то есть. Но в любом случае, я бы в Бразильце деда залетел бы, понял, какая хуйня? Василий Михайлович, да. Здравствуйте. О, Баста Нагана смотрит наш с тобой эфир. Да, это он... Это что-то новое для меня. Я понял. Ладно, дядь, я полетел, был рад зайти. Давай. Да, взаимно, бро. Слышишь? Да, моя в директе, да, типа. Ага. Или где тебе удобнее. Добро. Все, респект. Добро. Респект, давай. Пока. Йо. Ого, у меня сразу 963. Чувака в эфире. Да. Ну что, вот так вот происходит. О, Динару не мог послушать. Все, Стонер ушел, можете разбегаться. Где мои преданные 1000 человек? Остальные, уходите отсюда. И уходит. Сплаттерпанк в этой шалаве, сын. Да, я в Одессе живу, блядь. Зачитай куплет, скинь мне денег, или пусть твоя тёлка сделает мне минет, блядь. А ты кто, блядь, в моей трансляции делаешь, блядь? Провид, кто ты? Киевстонер тебя пропиарил, да? Спасибо ему за это, ребятки. О, все, убавляйтесь. Где мои 30 человек? Кто ты? Ты кто, блядь, ты? Чмо, блядь. Ты уёбок. Да? Я такой. Брат, иди прими путями, зачем ты так делаешь? Да, он... Заебись. Больше хейта. Я питаюсь вашим дерьмецом, педрила. Красава, мужик, разъебал гигу люто. Да, всем спасибо, кто заценил.
Гига был горяч, но вы же понимаете, кто ваш преданный рэп-слуга, как это говорится. У него на темате 90-й стандарт помог. Подстилка, ты шо, мать, привет из Курска. Как ты рыжий ебан. Блядь, здесь как будто одни хейтеры, блядь, да? Собрались, блядь. Рэп не твое. Твое шляпу сосать отцовскую, блядь. Пидрил. А у меня Адик оригинал. Ага. Мать, спасибо за батл, да. Респект. Короче, всем моим людям респект. Всем хуесосам, блядь. Хуй вдышло, блядь. И вы заебали меня. Мы топим за стиль, а за что топите вы, я даже вообще не знаю. Это всем хейтерам и всем моим людям. Хейтеры — это те, кто сосут хуй и слушают хуйня. Иди соси жопу свою. Е. Мне просто забавно наблюдать такое количество людей на трансляции, и я просто смотрю количество этих комментариев и понимаю, что среди всей этой хуеты всего так мало моих людей, на которых я люблю всем сердцем. Педики. Ташкент, салам, ёб. Мастерка. Знаете, какая мастерка, такой рэп. Конечно же, крутая, ебать. Такие хейтеры. А ты, блядь, ты что, 4-летние дети, блядь, или что? Я не знаю таких слов, блядь, или что? Вась, ты не тянешь. Ты тянешь только у своего папы, блядь, из кармана 3 гривны, Вася, и 7 рублей, и сосёшь у него потом шляпу. Ёпсель-мопсель. Да, всем привет-привет, всем, блядь, респект. Всем респектуля в натуре. Мастерка хуйня, как твой никнейм, блядь. Контрастрайкер ебаный. Сука. Ребята, Стонер убежал, так что, если вы пришли к нему на трансляцию, вы опоздали немножко, можете выходить. Я сейчас буду слушать Неквана. Мне вообще похуй на ваши вкусовые музыкальные предпочтения. Конечно же... О, Vibe Hunter, салют. Салют, бро. Конечно же, очки пиздат. Мне Букер подарил, понял? Дядя Буту делал стиль Киев топит за тебя. Киев. Респект. Все залетайте, я всем пиво налью. Все залетайте. Правда, адрес вам не очень понравится. На уй заканчивается. Шучу. Будет батл с Рикев. Будет батл с Страхиня в Одессе, евро. Будет батл с Рикев у Гарри Топора. Я не збираюся хворіти, але я... чимало захворів. Є, всім респект, всім респект. Всіх нахуй, всіх ібанадок нахуй. В Одесі сніг, в Одесі красиво, ніхуя не тепло. Нахуй моё пиво. В
Стало быть, а ты, блядь, приди, блядь, это мне в лицо скажи, блядь, про стоило. Ты, сука, конь ебаный, блядь. Стоило, блядь, он ставит. Сколько стоило? Ты маму свою стоило убери сначала, блядь. Потом у меня рот раскрывай, ёпта, блядь. Ну, я тебя думал подойти, но ты злой какой-то был. Ты все время злой, бро. Я же одессит. Старпером эти дети шляпы. Е-бой. Леонка, погоня, братан, за тебя топлющего сошпала. Спасибо, старина, спасибо. Это очень приятно, максимально приятная информация. Да, я, короче, топлю за нормальный рэпас, и у меня свои взгляды на это дерьмо. И... Вы можете всегда заценить эту тему. Но сейчас, ребятули... Ты холод, да? Ну, конечно же, холод, где еще? Короче, ребятули, повалю, конечно же. Рад был выйти на связь к своим людям. И всем респект. Всем на, все до связи. Пусибои, злые пусибои могут сосать шлепендрию. Так что мы выйдем с вами на связь уже завтра. И потому что вас ждет очень много интересных хуйни. Ну, моих людей. Лохов ждет хуй тогда. Респект.